Телеканал КРТ представляє. Дніпро, Кропивницький, Суми – це три міста лідери за вартістю комуналки. Журналісти розрахували витрати однієї сім'ї з трьох осіб, яка проживає у квартирі площею 50 квадратних метрів. У квартирі є гаряча вода та холодна вода, тепло, електроенергія і газ, але відсутні лічильники. Тож із урахуванням всіх платежів у Дніпрі така родина може заплатити за комуналку майже 3,5 тисячі гривень. У Кропивницькому та Сумах цей показник нижчий на 100 та 200 гривень. А найменше платять в Ужгороді, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води комуналка складає 850 гривень. Варто зауважити, що у кожного міста різні тарифи на комунальні послуги. Нагадую, прем'єр-міністр Олексій Гончарук раніше заявив, що у лютому платіжки будуть найнижчими за всю зиму. Пане Юрію. Мені здається, це свідчення того, яка величезна різниця в рівнях життя на сході і на заході України. І тут великий простір для того, щоб реформувати. Нерівність в усьому світі проблема. Є дуже багаті країни і є дуже бідні країни. І найжахливіше те, що немає змін рівня культури, освіти, того, що допомагає людям багатіти. Пане Олександре, з якого розрахунку це так виводиться? Ну, є такий анекдот, чому так дорого? Деньги очень нужны. Нет, мне на самом деле понравился тейс моего визави по поводу неравенства, по поводу образования. И это еще вот то, что мы потеряли. Культуру, образование. Самая читающая страна, где сейчас там максимум, что в метро объявление почитают. По поводу тарифов. Вы знаете, меня смутил самый высокий тариф в Днепропетровске. Почему? Как бы в свое время я имел отношение к жилищно-коммунальному хозяйству. 5 лет отдал этой отрасли. Чем больше предприятий, Днепропетровск – это большой город, Днепропетровск – большой город, он в несколько раз больше Сумы, ну, так, Кировограда, это место миллионное. И Кировограда. Я не знаю, поправляти вас чи ні, тому що місто Дніпро, але по знакам далі Дніпропетровск. Да, в реке там пускай как бы кто-то что-то отапливает. А, значит, смотрите, чем больше город, тем меньше на единицу произведенной продукции условно постоянные расходы. То есть условно зарплата директора меньше, да, то есть в несколько раз. То из-за кількості абонентів? Да, да, ну это как бы чем больше товара ты производишь, тем меньше в единице товара сидит условно постоянных. То есть есть условно постоянные и условно переменные расходы. То есть переменные это, допустим, количество газа. Потому что количество газа, наверное, на гигакалории у тебя будет примерно одинаковое, независимо от того, находишься ты в Ужгороде, или находишься ты в Кировограде, или находишься ты еще где-то. То есть я не понимаю. Я списываю это на то, что там мэром Филатов. Тобто некомпетентність самого мера. О Филатові дуже багато хорошого говорять о том, какой он честный, неподкупный и некоррумпированный человек. Понятно, да, кроме, в каком смысле? Кроме Филатова, там еще, да, по-моему, никто вот, тоже не то же самое сказать. По суммам я могу сказать Саша Линейко, ну, в смысле, Александр Лысенко. Саша Линейко, это у него кличка такая, мэр города Сумы. Вот о нем примерно так же говорят, как о Филатове. Я не знаю ничего о Кировограде. А формирование тарифов у них местные влады закладываются? Значит, смотрите, там тарифы формируются из нескольких составляющих. Но в конечном итоге подписывает, принимает решение местная власть и Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг. Это подразделение, ну, президент назначает туда этих членов комиссии. Значит, но тариф состоит из чего? Ну, он из газа, понятное дело, состоит. Причем весь тариф. Ну, я так разумею, и достача газа навіть. Из газа. Он состоит из электроэнергии, он состоит из налогов, но он состоит еще, знаете, из разных там вещей, которые называются, типа там, ремонты. Вот там могут закупка, нет, обслуживание, сети там немножко другое, закупка оборудования и материалов, закупка ГСМ. То есть для того, чтобы сказать, где воруют, ну вот если бы я работал там, где я работал до люстрации, да, в налоговой, я бы вам сказал, где там воруют. Причем даже не залазя в документальную проверку, а просто сверив по базе данных контрагентов, по 5-му додатку по налогу на добавленную стоимость, сверил, куда денежки уходят. То есть я так работал в Днепродзержинске, например, в Днепродзержинске, не Каменской, Днепродзержинск. Работал в Днепродзержинске начальником налоговой и порядка 5 миллионов нашел воровства на водоканале тамошнем. Он меньше, это город сопоставимый по масштабу с суммами, с Кировоградом, но меньше, гораздо меньше, чем Днепропетровск. Потому что я вижу, что деньги уходят на конверт. Такая же самая история, но уже с капитальными затратами у меня была в Сумской области. Когда деньги идут как бы подрядчику, который занимается как бы ремонтом театра,
От этого подрядчика уходит на контрагента, на конверт уходит, у которого приходит исключительно сахар. То есть это предприятие торгует только сахаром. Но при этом это предприятие предоставляет рабочих, предоставляет панели, предоставляет строительные услуги. Я говорю, сахарный домик построили. Вот из этого. И то, что не находят, вот сейчас даже вот не видят, это значит о чем говорит? Вот когда говорят, Зеленский не ворует, при Зеленском не воруют, когда Гончарук говорит, что мы побороли коррупцию, у нас нет коррупции, брехня. Они просто сели на схемы Порошенко.